Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы собираетесь на отдых, деловую поездку или просто хотите, чтобы все ваши вещи были надежно упакованы во время путешествий, смотрите наш гайд по выбору сумок и чемоданов. А поможет нам в этом консультант сети магазинов Mr. Wallet Влад. Здравствуйте, Влад! Здравствуйте! Скажите, все-таки на что необходимо обращать внимание при выборе сумок и чемоданов в первую очередь? Чемоданы делятся на три типа. Деловой, универсальный и семейный. Итак, это деловой вариант, который рассчитан на небольшую командировку. Имеет две секции, что позволяет разместить не только документы, но и необходимую технику. То есть, если же, например, мы часто летаем, это отличный практичный вариант. Что касательно его механики, она ничем не отличается от чемодана. Колеса идут в полиуретан, в каждом отдельном подшипнике, и подшипники исполнены из металла. Материал у нас внешне идет водостойкий, то есть даже если мы попадаем под дождь, в таком случае наши вещи не намокают. Что касательно механики самой ручки, она опять же очень похожа на механику самого чемодана. Механизм ручки идет телескопия, исполняется ручка у нас из металла. Объем в данном случае составляет обычно около 30 литров. Следующий тип – это универсальный чемодан. Вместительный такой уже. Да, довольно объемный, у него есть расширение. Обычно это дополнение 5 сантиметров. Соответственно, плюс 20% к объему. Колеса тут идут в полиуретан, в каждом отдельном подшипничке. И подшипники тут идут из металла. Также стоит обратить внимание на тот момент, что есть версии двухколесные и четырехколесные. Практичные. То есть он в действительности обладает хорошими свойствами. Если же даже, опять же, мы попадаем под дождь, то, соответственно, наши вещи внутри не намокают. Ручка у нас идет из металла. В два положения, и это довольно практично и устойчиво. Внушает доверие. Это уж точно. Также, что немаловажно, чемодан обладает двумя ручками для удобства передвижения. Мне кажется, вот для багажа это очень удобно, да? Его где-то приподнять, положить на какую-то полочку. И хочется сразу же обратить внимание на кодовый замок. Соответственно, мы можем закрыть свои вещи, там, когда это касается номеров или гостиницы, чтобы наши вещи были в целости и сохранности. Не беспокоиться о них. Ой, а мне понравился вот этот тип чемодана, Влад. Семейный тип чемоданов. Соответственно, он будет крайне практично, да. Он мало того, что довольно объемный. В данном случае у нас объем идет от 105 литров. И что самое важное, это материал полипропилен. Есть боковой карман. Вторая секция. На сегодняшний день это один из самых практичных чемоданов в семействе пластиковых. Он не боится перепадов температур, можно не бояться, что он где-нибудь треснет. Вытирается все очень просто и очень легко. И это как раз, я смотрю, тот тип, который вы говорили, для аэропортов 4 колесика, да? Да, что дают нам 4 колеса. То есть данная версия идет 4-колесная. Если идет речь о девушке, то, соответственно, будет не очень удобно тащить такой объем. Для этого приспособлены 4 колеса, что упрощает наше передвижение. Очень удобно, крутится он на 360 градусов, таким образом. Вот я вижу, да, колесо можно повернуть куда угодно. Да, и это не потребует каких-либо усилий. Также у нас есть, опять же, боковая ручечка, то есть при необходимости мы можем взять за боковую ручку, если это будет нужно. И также хочется отметить самый главный момент. Не стоит забывать, что полипропилен является экологически чистым материалом. Чего себе, я не знала. Также в этом чемодане присутствует замок TSA. Это современный замок, и понятие TSA – это некая служба безопасности. В некоторых странах имеют право делать досмотр ваших вещей без вашего ведома. Поэтому в случае необходимости, когда применяется обычный замочек, соответственно, данная структура подходит, делает вскрытие вашего чемодана, ломая вам замочек. Чтобы такого не произошло, выдумали систему TSA. Как видите, здесь ключик, и этот ключик имеется только у таможенной службы. В том случае, когда им что-то любопытно в ваших вещах, они делают досмотр либо же при вас, либо же при поднятых, при этом пользуясь именно этим ключиком. То есть хотя бы чемодан и замок останется целым, именно да? Так, да. То есть все будет обстоять таким образом, что сделают досмотр, при этом не поломают вам ваш замочек, и все будет аккуратненько и долго служить. Сколько новой информации, Влад, а какой бы чемодан вы порекомендовали мне, как девушке, для путешествий? Я думаю, что в вашем случае будет вполне достаточно среднего исполнения объемом от 67 литров. А именно, это вот такой практичный и хороший вариант. Все, я влюбилась, он мне подходит под все мои босоножки, это мой любимый цвет. Все необходимое присутствует, и замочек TSA, и ручка у нас из металла в два положения, то есть
никаких лишних усилий он от вас не потребует. И останется довольно... Да, довольно-таки легко. И вы знаете, что самое главное для девушки? Я буду выделяться на фоне остальных. Вот здесь такая очень красивая ребристая поверхность и золотистый отлив. Я думаю, ни у кого такого не будет. Ну, по крайней мере, не у массы. Да, цвет довольно важен не только в этом вопросе, а и когда вы будете летать, соответственно, данный цвет будет позволять вам найти ваш чемодан довольно оперативно и быстро на ленте. Потому что обычно предпочитают синие тона, черные. Ага, вот еще что. Я сегодня действительно очень много узнала о чемоданах. Спасибо вам большое за консультацию. С вами был магазин Mr. Wallet. Надеемся, наши советы помогут вам с выбором. Путешествуйте с комфортом и хорошим настроением.